Я напросил, чтобы ты еще раз повторил, как что Вадик сделал Бобика, скажи. Вадик сделал Бобика. Так, кто-то летит. Какая-то серьезная машина. Бешеный Леня оказался тут на горизонте. Он не собирался ехать, но что-то собрался. Не-не, подожди, ты не пройдешь. Стой, стой, штурман бежит. Машина едет. Куда ты попадешь под машину? Остановись. Так, бешеный Леня. Чуть не проехал, елки. Чуть не проехал, но красиво шел. Красиво шел. Штурман пошел. Стойку хотел на задних лапах сделать. Как вы оцениваете ваши шансы на победу? О, привет! Это не дисциплина, Леня. Это не... Это пахнет испугом. Так пахнет адреналин. Адреналин. Ну что вы? Да нормально, тебя ждали, скучали. Пошел. Машина подготовлена. Место хорошее. Тут он сам должен заехать. Заехал. Ключевое место теперь здесь. Сейчас будет экшен. Ну что ж, блин, вы так. Ты хоть телефон не потерял? Не-не, все на месте. Так, штурман уже здесь. Леня. Не тормози, Леня. Ну, Леня, блин. Очень жестко идет. Руль побольше в диаметре, так как в компьютерной игре он. Видите, тут хорошее место, очень сложно. Страшно там, вот это, так, конечно, страшно. Ты бы уже там все намочил бы. Ты уже соскользнул на адреналине. Красавчик. Припрыжку пошел. Припрыжку, да. Я в первом ряду блогеры. Вы платили за участие здесь? Едет. Блин, что-то на меня едет, мне кажется. Объезжай меня! Ты как маяк. Как Олег Майами. Красавчик, красавчик. Тут детская трасса. Детская трасса, Леня. Вот оно, ключевое место. Вот он, момент истины Лени. Сейчас узнаем, выскочит чи не. Нет, это выскочится, это самурай. Идет, идет, выбило что-то. Сцепление. Вадик вырывает победу. О, есть! Вадик, если бы не подсказывал, то выиграл бы, наверное. Так. Ну и тут уже выход на финишную прямую близок. Вот это место. Тут тоже очень непросто. Ну, Леня. Ну, тут самое сложное место. Вертикальная стена. Ну, самурай с Леней
Это серьезная команда. Все, уходит на финиш. Это заявка. Андрюха, сейчас он еще один круг, а? Так, едет Леня, он финишировал в первом круге и открывает второй круг. Его очередь. Так, штурман бежит, все, короче, как в первой серии. Так, выставляется. Сейчас он уже по-спокойному. Это он для тех, кто первый раз не записал, перезаезд сделал. Просто думает о людях вообще конкретно. Ну что-то второй круг просто едет как по асфальту. Этот Леня знает дорогу уже, ему, конечно, спокойнее намного. Ромчик, я побежал в лагерь. Так, куда-то он чуть-чуть под углом заходит. Привет, друзья! Привет! Сигаретку взял для контраста, чтобы уже вроде... Короче, экономит, чтобы в зал не ходить. Экономит, чтобы в зал не ходить на руле, видите, он... Звуки есть, но для этой трассы это нормально. Ту-ту-ту-ту. Так, ну тут хороший вход. Хороший тут выход. Но не жесткий, да? Какие-то звуки там. Да, все уже стерли. Все высохло. Не, ну, когда понижайка, всем идет на пользу. Выключи хозяина телефона вместе с телефоном. Вадик как-то динамичнее. Не, это тебе кажется. Леня увереннее просто идет. По пенсионному этому все. Пенсионеры не нравятся. Так, ну тут место... Шикарная, в лучах заката. Посмотрите, что делает эта машина. Это шедевр, конечно. Ну и вот ключевое место, это вертикальный выход. Просто обрыв 90-87 градусов примерно. Маша, сколько даешь, чтобы я его скинул? Что, заедет? Чуть-чуть назад. Быстрее немножко, Леня, быстрее немножко. Не-не, еще быстрее. Все, давай. Что-то не то. Леня, давай, победа уходит, давай. Все, поменял траекторию. Четко проехал. Ну, Леня, блин. Да. Боевая машина, это класс. Насколько увереннее второй заезд.
Все, на финиш. Так, друзья, едет опять серьезная машина. Сейчас будет борьба в прото. Четыре машины было заявлено. Одна устала, но не знаю, выйдет на старт, нет. Здесь Вадим решил поменять траекторию. Ширина трассы позволяет. Отойди, отойди, отойди. Видите, какой подход был взят. Вот такая тема. Такая была взята. Такой темп взят был. Идет на победу, потому что соперники серьезные. Очень быстро идет. И там траектория тоже интересная. Видите, что творит? Даже пешеходы за ним не успевают. Так, мальчик, мальчик. Мальчик, отойди. Я сейчас музыку включу. Ох, ёлки. Давай, давай, давай. Там же люди. Пошел, пошел, пошел. Вот тут ключевое место сейчас. Ну, я думаю, он покажет на нем нормальное кино. Пошел! Чуть-чуть не хватило клиренса. Нет, все. Лебедка, нет, штурман сталкивает, будет выпрыгивать все-таки. Будет выпрыгивать. Отойди, отойди, Влад, отойди, Влад, отойди. Влад, отойди. Блин. Не, потеряли время, надо было сразу лебедиться, но ничего. Чуть не проехал. Надо было правее ехать. Правее, думаешь? А там не скопано. Или зацепился бы лучше. Смотри, там, там стоят шины, блокировки. Все стоит на этой Ниве. Быстро штурман включился. Видишь, аж земля дымит под ним. Земля дымит. Ну и тут решающее место. Запрыгивает, несмотря на маленькие колеса, всего 29-е, даже там чуть меньше. На самом деле. По словам пилота, говорит, 28,5 колеса. Ну, темп вот такой. Да. Закат. Конечно, Бобик будет рвать. Тут Вадимова сделал на первом круге. И на втором, я думаю, сделал. Бобик, так сейчас Бобик должен рвать тоже. На 3 минуты. Как сказал Дельфин, Вадим сделал Бобика. Так, стартанул. Серьезный автомобиль. Будет сейчас пробовать отыграть отставание. После первого круга уступал Ниве. Разровнял. Разровнял траекторию. Подрулевая, подтормаживают колеса в повороте, зашел. Видите, как разворачивается. Это явное преимущество. Автомобиля. П-1
побежали. Блин, он быстрее едет, чем мы ходим. Видите, что творит. Очень быстро. Хороший уровень. Минута 46. Да. Заруба. Борьбу оживил. Тут сбил бугор раздаткой. И теперь остальным будет легче. Вот этот кусок. Шевроле Нива поломалась на прыжке. Так, друзья, кто спрашивал, где Витя? Витя нашелся. Машина красивая. Едет к лучам заката. В салоне. А, Витя как смеется в салоне, борода чарит. Да.